А вот и новоматик. Тут есть дельфины, шарики и книжки. Очень стандартный набор. Буду в него играть. Пол ляма на торпеду. Поехали. Помчали. Итак, есть у нас 500 000 кредитов. Катаем по максбету. Вот, ждем бонус. Ловим, переходим на книжки. Так, катаем на автостарте. Ждем результата. Всего-то 3 шара надо. Лучше 5, конечно. Но в бонус. 1, 1, 2, 5, блин. Штанга. 2 валета и вот это. Ну и девяточки. Давай, мать моржиха, дай мне жизни. Где же ты, где я, сол? Блин, а? Третий шар требуется. Пока ничего, ждем. Опасный проход. Удар, штанга. Так, подгазуем немножко. Так, ну что-то он не пышет здоровьем. Не похоже. Ну ладно, все равно ждем. Терпение и труд все перетрут. А, 5-2. Так, ну соточка к концу подъезжает. А Германа все нет. Давай, малышка, давай. Дай жизни, дай жару. Каждым спином шансы возрастают. Считай, 100 тысяч кредитов прокрутил, 130. Это по двушке, что делать? 65 спинов получается. Ить, блин, рядышком. А ну, как правило, спинов через 100 нет-нет, бонус приходит. Хороший, плохой там увидим, но уже он где-то близко. Я думаю, к 300 тысячам должен возродиться. Либо это тяжелый случай. Вскрытие покажет. Давай, 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 давай. Тебя блинечку кралей подкинули. Не мычит, не телится. Похоже, в яму попал. А вот и дама. Начал понемножечку что-то накидывать. Вот. Почти 200 тысяч кредитов съел. А еще сколько он по дороге платил, тоже отожрал. Это больше 100 спинов, 100%. Но он уже должен или бонус давать. Ну или хотя бы какие-то вот такие подкрепы, чтобы был, чтобы патроны были. Отстреливаться от врагов. Ну давай, я плачу и плачу, плачу и плачу. Я плачу и плачу, я плачу и плачу. Еже, да наконец-то случилось. Сразу начали смски от знакомых приходить, как всегда. Понеслась душа в рай. Тык, три десяточки. Так себе начало. До первых 5 спинов дает. Если бонус, то повтор, скорее всего, будет. Ну-ну-ну, пошло. Фу, мимо. Блин. Начал за здравие, закончил за упокой. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я уж про 5 шаров молчу, хоть 3 дай. Автоматный бог, помогай. Слушай, хоть на свои верни. 200 тысяч ты можешь дать? Плохо дела, да, люди. Катастрофа. Это фиаско, братан. Это фиаско, братан. Ладно, надо менять игру. Пойдем на книжки. Может, библиотека разродится. Так, ну тут тоже максбетик. И понеслась душа в рай. Надеюсь, здесь быстрее придет. А то, похоже, я не только себе джинсы не отобью, но еще и залезу по самым помидорам. Книжка-книжечка, приди. Еже. Вот это да, вот это я понимаю. Недолго мучилась старушка. Листаем, листаем.
Ну, блин, только не птичка. Птичка и жук — самые беспонтовые символы. Вот так вот, 3-2, 3-2, редкий случай 4. За одну линию 150 тысяч. На ТС 5 будет. А, блин, я по трем линиям играю, ёлы-палы. Блин, играю по трем линиям, вот я, Валера. Конечно, он так быстро бонус зашел. Блин. Ладно, может и к лучшему, он по трем линиям может довести. Ну тогда давай 5. О, 4, есть жир. Так, 4 у нас 20 тысяч кредитов стоит, 60 тысяч кредитов. Нужно 5. 5 птичек, это мне даст 450 тысяч кредитов. А, все, баста, карапузики. Блин, это даже больше, чем там по 10 линиям дало. Так, включим 10 линий. Вот, вот теперь поехали по максбету катать. Уч! Блин, ну подними книжечку повыше на втором барабане. 4 мужика. 4 мужика — это 200 тысяч. А вот, кстати, если выпадает 5 книжек в ряд, мало кто знает, то выпадает, оплачивается и 5 мужиков, и 5 книг одновременно. То есть в нашем случае 1 000 000 за 5 мужиков и 400 тысяч за книжки. И еще в бонус заходишь. Так что это самый жир. А, нет, самый жир — это 5 мужиков в бонусе, когда у тебя символ мужик. Затих. Похоже, это засада. Ну, практически. Что-то ходит, намекает, как будто линию мужиков хочет дать. Я не против. Уже 100 раз по 2 дала. Ну, в книжках это мало что значит. Раньше, когда еще самые первые версии книжек были, там да, там если он тебе начинает по 2 докидывать, то это уже точно скоро будет бонус. Ну, те времена давно прошли уже. Сделали 100 тысяч конверсий этой игры, и математика уже сильно поменялась. Так, ну вот, мы и доехали до 300 тысяч. Ну ладно, ждем. Что нам остается? Тут бонус не в счет по трем линиям. Надо по 10. Ну, что-то есть ощущение, что может скоро прийти. Прошел год, а Германа все нет. Так, ну что-то начинает поджимать. До 200 тысяч поиграю. Если ничего, тогда пойду на дельфины, попробую там рыбы половить. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Ну, взял бы и красиво закончил. О, линеечка. Чувствует гад, что соскочить собираюсь. Уже на самом деле пошла замазка, уже мечтаю не нажить, а отбиться. Так, ладно, тормозим. Пойдем на дельфинчиков. Старые добрые дельфинчики. 3 ракушки нам надо. Нормально череду повторов. Игр 100, 105, 210. И нормально. Так, 10 линий, максбет 2000. Поехали. Ой, королей даже не заметил. Горевал, что линии тузов не дал. А тут 4 короля спрятались. Ладно, годится. 2, 2, не 3. Едем дальше. Рыбки косяками, а денег нет. Да, похоже, нашел я свою могилку. Аппарат, не подведи, бедолаге помоги. Молитва автоматному богу. Да, похоже, день перестал быть томным. Растет кокос. По мелочи подкидывает. Спасибо, конечно, но этим сыт не будешь. Да, попал я, будь здоров.
Да ё-моё, она уже помогает. Да ешь же, божечки мои. Неужели в самом деле? Ух ты мой сладкий, давай, давай. Давай выручай, дружище. Не снижай ты. Есть, бля, вот это жир, это 80 тысяч умножить на 2 за счет дельфина, это 160, и умножить на 3, потому что в бонусе 480 тысяч кредитов. Я уже отмазался, но так говорить нельзя, потому что автоматный бог все видит, может подумать, что мне хватит, и больше мне не даст, а я хочу нажить. Вообще у меня есть гипотеза, что если по двушке дал 500 тысяч кредитов и есть еще запас, то скорее всего минимум 1 000 000 кредитов будет бонус или где-то рядом с ним. В бонусе на самом деле все на 3 умножается, если дельфин играет комбинацию, он комбинацию удваивает, поэтому выплаты значительно выше, чем в обычной игре. Нужен повтор, как воздух, повтор требуется. Шанс был. В общем, нифига он 1 000 000 не дал. Очередной раз убеждаюсь, что все гипотезы – это к терапевту. Сколько дал, столько дал. Ну и ладно, счастье, я выдохнул. Мне хватит. 200 тысяч я нажил. Сильно рисковал, практически убило. Ну, слава богу. Молитвы автоматному богу помогли. Я сегодня спокоен. И джинсы я отбил. Годится. В следующий раз приду кеды отбивать. А вот и выплата. Большое спасибо. Пошли на кассу. Большое спасибо. Приду еще. Нормальное казино, аппараты играют. Можно жить. Рекомендую, друзья, казино Невада. До новых встреч. До свидания.